Вот это да! Именно тогда, когда я почти расстался с Надеждой. Дорогая моя девочка, я счастлив с тобой познакомиться. Меня зовут мистер Бёрк. А ты... Ну что ж, ты явно не из обитателей этого зловонного болота. Одно это делает тебя незаурядной личностью. Как пожелаешь. Я хочу нанять на работу человека, никак не связанного с Мегатонной и безразличного к ее судьбе. Мегатонна — пережиток. Жалкое напоминание о никому не нужном прошлом. Она должна исчезнуть. И ты это обеспечишь. Не взорвавшаяся атомная бомба в городе, названном в ее честь, вовсе не протухла. Ей достаточно всего лишь небольшого толчка. У меня имеется импульсный заряд, созданный для одной единственной цели. Он служит детонатором этой бомбы. Подсоедини его к бомбе, и я тебе заплачу. Очень щедро. Что скажешь? Я заинтригован. Продолжай. Ну, я... Ну, в общем, конечно, нет. Признаюсь, я никогда прежде не встречал таких женщин, как ты. Это все меняет. Не знаю, что мне сказать, Тенпенни. Что-нибудь придумаю. Подожди меня здесь, моя радость. Мне нужно завершить одно важное дело. Но долго ждать не придется. Я скоро за тобой пошлю. Эй, привет! Даже не думай. Эй, гладкая морда! Тебе что-нибудь нужно? Может, выпить? Хоть что-нибудь? Ну, хоть что-то! Понятненько. Что тебе нужно? Возвращайся поскорее. Эй, привет!